3, 2, 1, старт! На старт приглашается Калинин Роман. Всероссийская велогонка на приз Гусятникова стартует уже в 38-й раз. Посоревноваться собрались более 120 участников из нашей, Иркутской, Самарской областей, Удмуртии, Татарстана и, конечно, соседнего Башкортостана, где этот вид спорта просто культовый. Для первого вида соревнований, разделки, предоставлен участок шоссе на новой трассе Оренбург-Соли-Леск. По согласованию с властями он перекрыт, расставлены участковые ДПС, безопасность обеспечена. Как положено, решены и другие организационные вопросы. Это одна из лучших организаций, поэтому и приезжают одни из сильнейших команд, даже Иркутской области, они уже в третий раз к нам приезжают. Соревнования проходят среди девушек и юношей двух возрастных разрядов, а также в трех ветеранских категориях. Флаги области представляют велосипедисты Оренбурга, Гая и Орска. Соперники везде серьезные. Наши ожидания связаны в первую очередь с младшими юношами. У нас достаточно все три школы сильные. То есть в состав сборной команды ходят гонщики со всех трех регионов и развиваются достаточно динамично все три региона. Вот у нас недавно ребята были на всероссийских соревнованиях в городе Ижевск. Также заняли два призовых места. Один мальчик с Гая и один мальчик с города Оренбург. Соревнования состоят из трех этапов. Сначала индивидуальная 15-километровая гонка на время с раздельным стартом, так называемая разделка. Это самый сложный вид программы. Здесь велосипедист один на один с шоссе и жарой. Коллег и соперников рядом нет, за спинами не отсидеться. Все зависит только от личной подготовленности. По предварительным результатам наши заняли 3-4 место, 10-13. Завтра соревнования продолжатся групповой гонкой. Она состоится на проезде Северном в Оренбурге. И в завершение в воскресенье гонка «Критериум», которая пролетит по улицам поселка Росташи. Анатолий Юденич, Семен Воробьев. Новости дня.